ночь 23 на 24 августа группа боевиков попыталась прорваться сквозь зацепление и покинуть зону действия КТО на легковом автомобиле. Однако на одном из выставленных блокпостов они были выявлены сотрудниками полиции. В ответ на законные требования остановиться, лица, находящиеся в машине, открыли огонь из автоматического оружия. В результате боеконтакта все трое бандитов были нейтрализованы.